начинаем снова. Лошадь по писанию нечиста, на копытах нету ни разреза. Можем здесь чему-то научиться, не пустым занять свою полезным. У кого разрез глубокий, жвачка чистый для сиденья человеку. Жертву только им Господь назначил. Это тоже умным на заметку. От кого погибших было больше, больше, а кормилицы кого напели чай. Помощь дал Господь нам разных и хороших. Но корова во дворе начальник. Но корова во дворе начальник. Быть священным числился животным тысячелетия в Египте. Поклонялись, маялись, как ротным. А теперь Бог лежит убитый. Сжатые условия запрета стали резать живых живых богов. Это все для Ветхого Завета с указанием на Христову кровь. От кого погибших было больше, больше, а кормилицы кого навели чай. Помощь дал Господь нам разных и хороших. Но корова во дворе начальник. Но корова во дворе начальник. Сюда. Лошадь и осел, лошадь к нему, все однокопытные в подковах. Для езды, как стул. На столы из чистого готовят, что важнее лошади, коровы. На полы седла и коней кормимся от вымени подковы. Скот рогатый нам стократ важней. От кого погибших было больше, больше, а кормилицы кого навели чай. Помощь дал Господь нам разных и хороших. Но корова во дворе начальник. Но корова во дворе начальник. От кого погибших было больше, больше, а кормилицы кого навели чай. Помощь дал Господь нам разных и хороших. Но корова во дворе начальник. Но корова во дворе начальник. Поверили в это? Да. Я вам рассказывал, как важно почитать Бога, который дал премудрость и все сотворил. Корова – это, очевидно, самое почти первое, что человек приручил, не лошадь. На себе можно увезти, на корове ездят, но лошадь не подуешь. Кормилицей – это начальник. И что интересно, советская власть лошадей запретила держать намертво, боялись казаков. Казаки им дали, говорится, прикурить. А корову разрешали одну. А у нас бабушка, мамина мама, у нее 3 сына погибли на фронте. Она как бы отдельным хозяйством жила через дорогу. И у ней корова была, и у нас получалось 2 коровы, но 2 двора. И у мамы было 12 коров. И одна корова, у которой рогов нету, как кажется, вон та такая стоит, называется камолая. Бодливой корове Бог урок не дает. Она куда бы табун ни повернула, она всегда в середке стоит. А то удивительная корова была. Жирность, как сметана буквально. И мама наша доила, и потихоньку мы подойдем к маме. Ну, и она надоит, и мы выпивали там сколько, пол-литру, литру. Ну, еще, подойди, подойди. Подойди, будущая корова. Но, да замечательная. Он идет какой бык-то, сердитый, лоб у него какой. Боря, Боря. Ой, какой идет. Ой. Ловки боятся. Шарик, не бойся. Это хорошая коровка идет. А Боря не
Вот они идут какие, но понюхают, посмотрят. Давайте поем. Много дал Господь. Последний куплет ведь еще раз. Последний как-то. Что важнее? Что давай, половай. Осел на шаг ему, все однокопытные подкова. Для езды, для еды, как стул. На столы из чистого готовя, что важнее лошади и коровы. Для войны, седла и коней, кормим зерны и подковы. Скот рогатый нам сокровь важнее. От кого погибших было больше, больше. А кормилицы кого наберечали помощь. Дал Господь маленькой и хороших. Но корова во дворе начальник. Но корова во дворе начальник. От кого погибших было больше, больше, а кормилицей кого навеличали помощь, дал Господь нам разных и хороших. Но корова во дворе начальник, но корова во дворе начальник. Большое вымя где-то сфотографируй. Ой, как они смотрят на нас, а это что за такие пришли? Дядя Володя снимает ручно. Вот он идет, бык идет. Смотри, он какой. Лоб у него кучерявый-то какой, а? Это Форя. Форя. Игорь Ильич, это Боря! Хороший, хороший козлой. Ну, подержи маленько, хорошая маленько, давай. Ну не бойся. Ой, да не бойся. Не бойся, но... Ну, Боря, да, Боря. Боря. Вот, да. Боря, смирный. Что-то не понравилось, да? Ну, что такое? Тихо, Боря. Боря, тише. Ну, да хороший. А дальше не подходите. Может быть опасно. Палочку поднимите он тут. Уберите палочку. Не маши, просто возьми ее. Да сюда, поближе, подтяни ко мне. Какой хороший, рядом палочка. Красивый. Ну и еще такое. Вот они какие. Не надо палочку, держи там. Ну, да, короче, в прошлом году мальчик был. Да, ну, хороший. Что они Это вот, знаете, Вандо, возле Бори? Это Бори. Это корова. Теряйские коровы. Вон какое вымя-то, Володя, смотри. Дядь Володя, смотри. Дядь Володя, смотри. Дядь Володя, смотри. Вон, дядя Витя. Это потеряевские все. В основном это барабаша. Ну. Вот, но... вот это мясная погода, я знаю. А. Мясная, тут все мясные. Нет. Вон, смотри, ну, нет, подошла. Ну, ну вы нет, все табором идете на нее, да с палкой еще. Ну ладно. Она что должна думать? Хочу погладить. Тихо. Ну, врага. А там овечки. Табора не надо на них идти. А ну-ка давайте так потихонечку пройдем. Овечки где? Ну-ка. Близко не подходи. К быку не подходи близко. Идите, идите к Надежде, за Игнатием тихо. Дядя Володя! Помните эти слова, нет? Избом. Топните ряды, как крепкие войны. Кровь не ущербная. Топните ряды, плотнее идите, чтоб вас не разъединяли. Тимоша, не отставай. Можно я? Вот я держу. Серёг, тебя не боятся его. Держи. Потихоньку сзади иди, отстань. Ты же опять вперед меня его пускаешь. Все пускают пройдут с колечком. А ну-ка, кто помнит? Овечки, коровки, своя свои головки, внезапно удивились, что гости к ним явились. Они совсем не знали, не знали, не знали, кого себе приняли. Овечка тоже важна, но это не корова. Их иногда доят. Так выстрижено, интересно.
Самое главное, вон та белая. Ну что, все, пошли домой. Бараны. Поворачиваем домой. Пойдемте. Мы тут раз их начали окружать, и на первую выбежала. Опять расстегнулся. Синяя. Мы маленькие. Походи. Да вот, коробка там идет, смотрите. Любит он тебя, любит. Или Шарика любит. Они наоборот. Собак не боятся, они на них идут, чтобы они их не покусали. Кто это? Это корова делала. Я боюсь. Ну ты зачем подошла? Как будто вы статуи. Вот Василиса пастушка, она пасет коров сегодня, овечек. Она так смотрит, она странно. У нас одна ручная, это вот эта. Какая? Вот эта? Это наша. А больше это? Она иногда подходит. Схватит! Так, идите скорее сюда, счет стали один. Сейчас дождь. О, мой бог, спасибо. Ну-ка, бегом. Бегом. Она не слышит. Взрослые пошибы стоите, корова бросится, некому заступиться. Это бык. Это не игрушка. Так, завтра кто хочет пойти в старту босиком? Так, поднимите руку. Босиком. Вот утром пойдем босиком. Потому что там травы много стоять, это раз в году такой праздник будет. Босиком все идем. И не обращайте внимания на ноги. Давай с Тамарой покушаем. Как хорошо получилось. Палочку возьми. Вон палочку. Фу! Там что взял? Фу! Один пил большой. Так, Миша. Там, кстати, кто-то приехал.